سببی اساسی که من این دانشکده انتخاب کردم چون که در تاجیکستان ما همین سوها خیلی رشد و نمو یافته شده است و من میخواهم که در همین سوها همچون متخصص خوب شده در همین سمت کار و فعالیت نمایم. Таджикистан является источником чистой энергии, и в Таджикистане 320 дней солнечных дней, поэтому использовать солнечную энергию – это очень актуально, безопасно и экологически хорошо, чисто. Есть специальная программа гендерная, которая предусматривает обучение, привлечение девочек к обучению по нетрадиционным профессиям, предусматривает социальную поддержку родителей этих девушек, которые придут учиться к нам.